А из нашего окошка площадь Красная видна. Теперь именно так могут говорить жители многоквартирных домов по улице Калинина. Благодаря программе «Башкирский дворик» буквально на глазах придомовая территория преобразилась. В программе по благоустройству дворовых территорий в этом году участвовали 5 многоквартирных домов. Это Калинина 25, 27, 39, 37 и 41. Предварительно в 2019 году собственники провели общее собрание, где определили виды работ, проект, где будет размещено у них какое оборудование. И уже в 2020 году, после выбора подрядной организации управления городского хозяйства, начались работы ремонтные. Новый двор всем на радость. Для маленьких жителей яркая игровая зона. Для ребят чуть постарше оборудовали площадку для занятия спортом. Здесь безопасное мягкое резиновое покрытие. Возле каждого подъезда установлены скамейки и проложен пешеходный тротуар. Новое декоративное ограждение для палисадников, расширенная парковка. Вокруг всех домов выполнены асфальтовые покрытия новые. И все бордюры заменены. Установлены 23 опоры освещения. И 17 видеокамер смонтированные. То есть двор получился очень хороший. Когда мы пришли, здесь практически густой лес был. Мы вырубили все деревья, порядка 80 стволов деревьев вырубили. Все здесь откорчевали, пни этих деревьев. Ну и, естественно, потом началась уже вся сама работа. Взамен старым деревьям было посажено 50 елей, 10 лип и кустарники. За этапом работ следил и сам глава города Игорь Миронов. Для него важно, чтобы работы были выполнены не только в срок, но и качественно и надежно. Это одна из самых больших дворовых территорий, которые мы обустроили в рамках программы «Башкирский дворик» в этом году. Завершили мы в срок. Замечания были, не без этого. Приезжал сюда раза 4 на эту площадку. И в процессе, вот уже по итогам. Что порадовало, то что замечания, которые были, подрядчик слышал и старался их устранять. Ну и, разумеется, под пристальным вниманием управляющей компании и небезразличных жителей, собственно говоря, все это и сложилось. Программа «Башкирский дворик» давно полюбилась словацами. Благодаря ей наш город становится ярче и уютнее. И самое главное теперь эту красоту сохранить. Лилия Шиниязова, Дмитрий Клоков, телекомпания «Салават».